Привет, друзья! С вами Бара, ваша ушастая прелесть. Очередной день и очередные испытания для наших подопечных. Сегодня у нас самое соблазнительное искушение. Судите сами. Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Ой, это кажется не отсюда. Хотя и это бы сгодилось. А вот, нашла. Подушки, газеты, цветы, мусор, творог, кошки и, внимание, сосиски! Да, трудно им будет устоять. Но давайте же смотреть. Привет, собачьи морды. Ну как вам тут нравится? Да, пес меня побери. Хорошая конура. Большая. Чудаки, это не конура, это квартира. Две комнаты с кухней и ванная. Вот пройдете сегодняшнее испытание, и у вас такая будет. Так что будьте паиньками, ребята. Мелкий, не тронь газеты. Газеты, газеты. Не тронь, тебе говорю. Газеты, газеты. Вот настырный. Да ну несъедобные они, ну хвостом клянусь. Что они делают? Да, с такими привычками вряд ли станешь любимцем человека. Аккуратно! Клеща мне в холку! Служебные собаки – это ведь помощники человеку. Они пользу должны приносить. А вы что натворили? Я тебя прошу, держи себя в лапах. Фух. Какого намордника? Это не по плану. Кто это? Что он ищет? Мелкий, на тебя вся надежда. Держи же его. Какой-то голодный. Он нашел все наши запасы. Куда же вы, трусы? Вернитесь! Да куда же ты, черный? О, позорище! Наш годовой запас провизии уходит. Держи его! Это провал.